Всем привет, дорогие друзья, с вами Funex, и мы продолжаем играть в Vanguard Bandits. Я покажу вам имперскую ветку. Мне приходится уже третий раз полностью перезаписывать свое прохождение. Там были свои технические проблемы. Те, кто видел пробную серию, я немножечко отклонился от того, что хотел показать. Я решил, что пока что мы с ловкостью повременим, но вот что у нас представляет из себя Бастион. Следующие два уровня, я думаю, что кину в ловкость, ну и немного на умение, и мы с легкостью пройдем по имперской ветке. Я решил не записывать первые два уровня, так как они во всех прохождениях будут одинаковые и просто будут занимать время прохождения. То есть на первые два уровня у меня бы ушло где-то, ну, 2-3 серии, так как там много диалогов, которые переведены каким-то наркоманом. Ну, это не суть. А сейчас мы диалоги пока что пропущу, оно нам ни к чему, так как это до сих пор то, что можно увидеть у Ромы. А, это я. Так выглядит, если кто не знал, режимы без 3D боев. То есть, если вам наскучили 3D бои или, не знаю, очень-очень длинная миссия намечается, то можно отключать 3D и все у вас будет хорошо. Итак, сейчас мы выстроимся в линию и будем ждать врага. Это моя универсальная тактика, я использую ее частенько, потому что помогает держать верх над врагами. Они к нам подходят, и мы их просто-напросто окружаем. Пока там Камарш воюет, нам можно не беспокоиться о наших спинах и ждать Диуре. Почему его называют так? Потому что в этом переводе там Диуар или еще кто-то так. У меня был... Да, Диуар. У меня был диск, на котором перевод, он хоть и получше, но он не читабелен из-за шрифтов. И там совершенно другие были имена у некоторых персонажей. Так что не переживайте, если вдруг услышите что-то новенькое. Так. Нам бы стоит убить нашего Дуяра, потому что если мы его не убьем, он свалит с одним из бодигардов. А это печально, потому что он отнимет у нас опыт, который нам нужен. Вот так вот. Так. Камарш разобрался уже с первым солдатом. Надо спешить разбираться с Диуре нашим. Пока там еще есть время. Выманить, что ли, на Бастиона? Не хотелось бы, ну ладно, давайте. Ну-ка. Нет. Стоит, не стоит. Нет, давайте все-таки подождем. Подождем, пока к нам подойдут. Конечно, Диура может уйти, но не хочу я слишком подставляться. Тем более, Диура сам подставился. Не так уж сильно ты бьешь, поэтому... Смерть всем, кто станет на пути Империи. Мы никогда не допустим распространения твоего зла. Не со всеми такая вот фраза. То есть, если бы он, например, такого Барлоу, то Барлоу бы промолчал на его пылкие высказывания. Ну, вообще, как бы без разницы. Давай вот так. Барлоу.
тоже не слишком сильно тебе влетит. Давай, воюй. Потому что ты в уклонении... Ну, слишком плохо. По крайней мере, на данный момент. У ворот это не твое уклонение. Хотя тоже нормально. Так, так. Угу. Ну, кстати, вот очень хорошая пассивная способность парирования. Бывает, 100% попадания врага делает 0. Так, нет, давайте-ка оставим спину для Бастиана. Уже дойдет до нее Анка. По идее, дойдет. Хотя он и сбоку может нехило ударить. Стоит ли? Еще и попадание мало вероятное. Так лучше. Давайте посмотрим. Господи, попади. Так. Хорошо. Девлин меня радует. Он хорошо наносит дамаг. И... Хорошо. Барлоу. Давай, развлекай пока. Бодигардов. Хотя он стоит на моем месте, куда я хотел поставить Бастиана, чтобы он отбивался. Нам нужно прокачать Бастиана до 8-го, по-моему, уровня. И тогда нам разрешат перейти на ветку Империи с этого уровня. Если вдруг кто-то не знает. Так. Чего я добиваюсь. Поэтому... Молодец, Рина. Поэтому ты не попадаешь. Все не очень хорошо. Хотя я бил в лоб. Ну, что поделать. Так. Пусть они будут побитые все. Я имею в виду врагов. Чтобы нам потом было легче их добивать. Дайте походить Бастиану. Пожалуйста. Так. Ну, давай, Барлоу. Угу. Кстати, я вот до сих пор думаю... То есть, я в прошлый раз так и нормально не вышел на плохую концовку. Получится ли у меня это нормально сделать или нет? Так, шаровая молния. Хотя за него дают мало опыта, в чем проблема. За него, по-моему, 25 дают. И он очень слабый сейчас, поэтому... У него просто ХП многовато. Так он ничего из себя не представляет. Так, надо быстрее справиться с ним. Так, Фолкнер пока стоит. По-моему, первый бодигард с ним и уйдет, если мы сейчас промедлим. Да, все, он снеговик. Ну, в этом переводе. У меня было замерз написано. Тоже неплохая. Неплохо по сравнению с тем, что есть в этом переводе. Кстати, я когда пытаюсь адаптировать его для нормального восприятия, я бывает сбиваюсь, поэтому. Может, и будем читать, как написано. Так, Камарш. Угу. А, и в длинных миссиях я буду отключать, наверное, вот этот 3D-бой, чтобы сэкономить нам время, а то как-то будет плохо, если один бой будет длиться там... Ну, одна миссия будет длиться где-то минут 60, а мы ее не пройдем за это время. Так, пошел Фолкнер в атаку. Я ставить ба? Нет. Я не буду тебя оставлять Бастиану. Ну, смотрите, он просто третий уровень, а мы шестой. За него очень мало дадут. Девлину и то больше он. На один левел меньше. В прошлый раз, когда я воевал, за него давали 25 опыта. Ну, что-то такое. Что-то такое. Так, Барлоу, ну, давай ты постоишь. Так, сейчас Фолкнер. Это обычная шаровая молния. Следующий ход уже будет заскриптованная сцена, и надо уже думать,
Что мы будем делать с теми солдатами? Ну, хотя здесь ничего опасного и нет. Так, плохо, что он зашел газ. Увергись, Рейна. Пожалуйста. Спасибо, Рейна. 30%, что он попадет, и он попадает. Мне так везло. Ну ладненько. Не страшно. Так, давайте-ка сюда. Не, я просто посмотрю. Да, шаровая молния. И больше, что он попадет, и больше урона. Ну хотя, подножка сбивает с ног, и если ты попадаешь, то враг не сможет атаковать. В этом ее. Так. Как я и говорил, мы единичку на умение и остальное в ловкость. Что там у нас? Удар ногой. У нас же ничего из-за авто. Надо будет потом обзавестись парочкой. Пассивочек. Так. Давай-ка ты их поразвлекаешь подольше, Барлоу, давай. Угу. Так, и он. Давай-ка мы сейчас с тобой зажмем этого бодигарда. Все, он не будет ходить в следующий ход, и мы спокойненько его добьем. Так. На тебе. У тебя, по-моему, порез появится, да? Увернемся. Давай, уворачивайся. Молодец. Просто бог у ворота. Ладно, черт с ним. Так. Девлин, вот. Ударь-ка вот этого вот человечка. Да, довольно-таки сильно бьет на ранних стадиях. Действительно хороший персонаж. Так, ну и вот одна из моих любимых сцен в этой игре. Мне вообще нравятся такие бои, то есть это так, как должны выглядеть, по идее, бои, если бы это была реальность. Ну. Из этого боя Камарш не смог выйти победителем, но все же броня Фолкнера дает сбой, и он вынужден покинуть поле боя. Да-да-да, а вот Камарш ранен. Эй-эй-эй-эй, ты что делаешь? Не дождался я все-таки хода Бастиана, ушел бодигард. Ну. Давайте, просто выпадом. 78, порез. 94%, то есть тут промазать, ну, почти нереально. Молодец. Почувствуй мою силу, кричит Бастион. И победа. Ну, за них не очень-то много дают. Бастион слишком силен для них. Можно было бы, конечно, сейчас встать на мост, но спину я открывать не хочу. Поэтому пусть переходит к нам. Так. Ну-ка, если ты защитишься, ты просто... Увернись, пожалуйста. Спасибо. Вот Иона молодец. Да, если кто-то думает, что это парень, девушка, ну... Я так думаю. То разгораются некоторые споры по поводу того... Какого пола Иона. И, кстати, почему-то... Большинство думают, что это мужик. У меня друг один до сих пор думает, что и он мужик. О, навыки, что у тебя появилось. Разворотище, класс. Но оно нам не надо. Давай, это будет... Хотя... Давай
Да, давай. Ударим вот этого. Так. Ну, прощай, и он. Да. Так. Этот бодигард убьет нашего Барлоу. Хотя нет, не убьет. Живи, Барлоу. Живи и сражайся. Ну, точнее, отвлекай на себя врагов. Ну, ты долго прожил. Может, ты еще увернешься и порадуешься. Так, мне это не понравилось. Типа, бывают пролаги на во время боев. Ничего не поделать. Эх, почти убил. 8. И надо будет отходить отсюда, потому что здесь Бастиона могут окружить, а это не есть хорошо. Ну-ка. А, даже можно вот так стать. Почему бы нет? Никогда этого не пробовал. Ладно. Так, мы, конечно, могли бы добить Девлином этого бодигарда, но нет, мы оставим все Бастиону, то есть он сейчас просто цель номер один. Угу. Так, вот солдаты. Вот, ты почти еще и целый, неплохо, неплохо. Так, Еуч, ну, не думаю, что кто-то кричит Еуч во время того, как ударится. Точнее, его ударили. Вот. Так будет правильнее. Ай. Да, ты, я не знаю, ты мог бы увернуться, не мог бы увернуться тут. Трудно сказать. Но 15 дамага нанес, все у нас хорошо. Шесть. 27 хитпоинтов у него останется. Да. И назад отойдем. Все. Так, ну у Девлина все похуже будет. Давайте уже привлечем внимание к Бастиону, пусть уже добивает, и будем заканчивать с этим уровнем. Может, я даже успею показать следующий. Но уже есть 18 минут записи. Не знаю. О, привет. Ну, парочку ударов я сейчас могу пропустить. Хотя мы можем еще и увернуться. Вот для этого нам ловкость не нужна, но чаще всего я все-таки буду просто уворачиваться от ударов. Так как наносить... Как? У меня есть шанс, что я увернусь от удара и нанесу сам повреждение, но... Это плохо закончилось один раз. Так что мы не будем так делать. Ну вот, смотрите, например. 100%. Надо отдыхать. Надо отдыхать. Будем уворачиваться. Сейчас бы я пока разговаривал проглупил и все. Сглупил, точнее. Так. Ну вот они будут по одному подходить, мы будем по одному вносить. Отдыхай. Отлично. Не, давай, давай еще отдохнешь. Путин атакуют, они наносят очень мало дамаги. Тут нет риска быть убитым. Оп. Вот это хорошо, то, что он уворачивается. Но в следующей миссии так делать нельзя будет, потому что можно потерять драгоценный для нас опыт. Стоит. Нет, не стоит. Нет, не стоит. Будем потихонечку убивать.
Так, Будигард отошел. Угу. У него останется 2 хитпоинта. Ну... А если я под ножкой? 6. Ну, что поделать. Потом добью. 9. И 25. Думаю, это неплохой размен. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, 60%. 75. 90 неплохо. Вот и все, добили его. Все у нас хорошо. Так. Все. Еще один солдатик. 2 хитпоинта, ну. Вот, ну. А представьте, если бы это были все, например, бодигарды, и так бы рисковать точно нельзя было, потому что они очень-очень сильно бьют по сравнению с обычным солдатом. Давайте отдохнем. Теперь ударим ногой. Нет. Все-таки порез. Я почти никогда не пользовался ударом ногой, только там, когда баловался, можно так сказать. Так, все. И смотрите, у бодигард наносится уже довольно много. Но мы его сейчас убьем. Уворот. Ловкость — это круто. Тем более ты сможешь дальше ходить и больше ходить, больше раз. Угу. Давайте. 2 на ловкость, 1 на умение. Нам еще надо будет оружие потом качать. Давайте все-таки на оружие кинем. Плохо, конечно, что я сейчас заперт с ним, но... поделать. Давайте от этого увернемся и потом начнем атаку. Вы увернулись? Да, я увернулся. Так, подождите секундочку, сейчас я поставлю на паузу. Звонили в дверь. Так, продолжим. Давайте шаровой молнией. Ну, он будет защищаться. Почувствую мою силу. Угу. Так, он атакует. Давайте еще раз шаровая молния. Шаровая молния. Оп. Оп. Ну и в следующий раз мы его добиваем. Не, ну сейчас он защитится. Это не есть хорошо. Отдохну. Давайте поиздеваемся над ним. Вдруг я попаду. Ну, да, мы попали, неплохо. То есть от этого же нельзя защититься, поэтому только ворот. Да, неплохо. Ну, битва выиграна. Вот, смотрите. И после того, как Бастион имеет в своем запасе достаточно много опыта и уровень, он может с этого уровня перейти на другую ветку. То есть, если мы продолжим дальше, это будет ветка королевства. Вот. Мы должны найти Каморга. А если я выбираю это, то мы переходим на имперскую ветку. Давайте пойдем за убийцей Каморга в погоню за Фолкнером. Я отомщу за тебя, отец. Этот имперский убийца будет наказан. Да. Да. Тут немного Бастион сглупил, он бросил своих товарищей и своего отца, который ранен, истекает кровью, где-то лежит там под деревом. Ну, не под деревом. Но катсцена была именно там. Так. Где он? На радарах ничего нет. Погоди, туда, прямо на север. Тебе не скрыться. Так, давайте. С
сохранимся. Такая, поменьше. Ну ладно, спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих сериях. С вами был Funex. Всем до скорого!